Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Пане Романе, хотів би згадати про висловлювання Владимира Путіна. Він, виступаючи в Валдаї, розповідав наступне, що начебто Росія не зацікавлена в територіальних якихось збільшеннях Російської Федерації. У них немає претензій на територію, в тому числі і України, і країни Балтії, він там згадував. Чи можна це вважати як підготовку населення в Росії до того, що втратили ми Південь, втратили ми Крим, нас же ж не цікавлять території, ми захищаємо, як вони кажуть, русскоязычних. Это разновекторная риторика, пользуется всегда Путин этим и его окружение, то есть все варианты озвучиваются, все варианты, какие только возможны, чтобы потом можно будет там через несколько месяцев сказать, как мы говорили там, в октябре месяце, из-за этого мы уходим оттуда, потому что, то есть это такое засеивание поля, чтобы потом, когда нужно выдернуть в информационный поток ту новость, которая была сказана раньше, как уже вроде как проработанная, как поставленная задача и выполненная задача. То есть для того, чтобы уйти с каких-то негативов в ответ, то есть прикрыть бегство, я бы так сказал. Потому через несколько месяцев легко россияне могут принять решение об уходе, допустим, запорожского и херсонского направления и сказать, что Путин же тогда говорил, что у нас задача спасти российское население, причем они с собой его забирают, если вы обратили внимание. Когда они зашли на Изюмскую территорию, они с собой, после того, как мы их начали выбивать оттуда, они забрали все пророссийское население, в основном большое количество ждунов. Хотя не всех, скорее всего, потому что один из ждунов, как минимум, навел ракету в грозе на сельчан, на своих. То есть не всех забрали. Та же самая картина была и на правом берегу Херсонской области. Когда они оттуда уходили, они с собой забрали всех пророссийско настроенных таких ждунов, это называется, отсосали пылесосом пророссийское население и выплюнули его куда-то за Урал, где-то они там сейчас болтаются. Детей только наших украинских забрали с собой. Вот эта проблема, возвращать надо. То есть, по большому счету, он может также сказать, мы из Запорожской и Херсонской областей полностью спасли все пророссийско настроенное население, которое бы пожарили на шашлыки страшные националисты украинские, а так мы его спасли, мы великие герои. Как раз для этого Путин может, так сказать, сейчас эту риторику включать. Не факт, конечно, что он ее разовьет, но тем не менее он себе оставляет такую приоткрытую дверь, не закривай, не захлопувай за собою какие-то ходи. Пане Романе, власне, також НАТО відбулось засідання, і там Зеленський виступав, і прем'єр-міністерка Данії згадала про НАТО, в НАТО виступаючи, що ніяк не потрібно зменшити допомогу Україні. Загалом така риторика була послідовна на цій зустрічі. Як ви вважаєте, в Північно-Атлантичному альянсі усвідомлюють, що здавати або хоча б послаблювати допомогу Україні є в першу чергу невигідно самому альянсу? Это уже понимание пришло, наверное, уже второй год оно есть, и потому мы получаем все большее и большее количество боеприпасов, помощи с европейской и штатовской в том числе. Это понимание есть, оно уже не изменится. То есть, если бы его не было, мы бы не получали новейшее оборудование. Нас бы не обучали на своих полигонах инструктора европейские. Это уже вопрос решен. Единственное, что нужно просто увеличение ассигнований, увеличение количества боеприпасов, новой номенклатуры. А здесь не все зависит от европейцев, здесь еще и очень много, даже, наверное, основное все-таки зависит от американцев. А там свои уже начались предвыборные баталии. Потому европейцы в этом смысле, Евросоюз, натовская структура, она нас поддерживает и иногда поднимает эту риторику специально для того, чтобы дать возможность проукраинско настроенному американскому политикуму принимать решения намного проще или, по крайней мере, его использовать, эту риторику европейскую, для принятия решений и проталкивания помощи
Украине. Потому это такие положительные моменты, которые можно отмечать, но они уже, можно сказать, рядовые. То есть другой риторики уже не будет.